Приветствую, с вами Алекс Овенго. Мы только что плавали с акулами, это было просто потрясающе, потому что когда ты видишь, как эта большая здоровая махина проплывает мимо тебя, ты понимаешь, что ты чувствуешь вот силу духа, аллилуйя. Не, на самом деле прикольно, когда это хвостом вот так вот еще делает, и это так переполняет твоими эмоциями. Фишка в чем? В том, что вот именно это пиковое эмоциональное состояние мы вызываем в своей жизни, чтобы достигать выдающихся результатов. Это очень важно по одной простой причине, чтобы получать ту жизнь, которую ты реально заслуживаешь. Это, пожалуй, только это имеет значение. Я часто слышу, что, ой, ну вот мы бы тоже плавали с акулами, летали бы на самолетах, но, ну вот как-то вот там денег нету. Окей, приходите 13-го, накреативим вместе с вами денег, чтобы вы могли путешествовать. Или я чувствую, что вот у меня бизнес, все хорошо, Алекс, у тебя хорошо, у тебя все через интернет, а вот у меня реальный бизнес, все. Мне что делать, я тоже хочу, но вот не получается. Все просто. Приезжай, подумаем, как тебе выстроить через интернет. Это же просто. Если я смог, ты сможешь. Поэтому у тебя есть сейчас выбор, сидеть на месте или двигать вместе с нами. Погнали. Погнали.